сижу, играю в компьютер. А тут мама говорит: сынок, тебе пора жениться. Я говорю: мам, а почему вы так решили? Она говорит: ну, потому что тебе уже 56 лет. Я говорю: ну, мам, ну, может, я еще немножечко подожду? Лет 10, 20. Она говорит: дождешься. Придет тебе невеста в черном капюшоне с косой. Быстро жениться, а то компьютер выключу. Я испугался, думаю: мне надо до субботы срочно жениться. Ну, потому что мы по субботам с моим другом на компьютере в танчики играем. Дал объявление в интернет. Уверенный в себе мужчина, имеющий стабильный доход, мамину пенсию. Женится на женщине женского пола. О себе в постели. Суслик в период спячки. Тут мама говорит: сынок, я про тебя рассказала на работе нашей бухгалтерше Верочке. Она как услышала, что в городе есть мужчина, который ей еще не знаком. У нее аж глаз загорелся. Сказала: придет сегодня вечером. Пришла, я дверь открываю, смотрю. Юбка вот такая вот короткая. Видно, живет бедно. А она так на меня смотрит, говорит: ха, а скажите, а вам не скучно все время быть одному? Ау? Я говорю: ну, я не один. У меня собака вон есть, Булька. Очень редкая порода, да. А по вечерам вы обычно куда ходите? Я говорю: ну, в туалет. Умываюсь, зубы чищу, смотрю «Спокойной ночи» и «Баиньки». Она говорит: а, ну так, может быть, сходим куда-нибудь вечером вместе? Я говорю: ну, мы там не поместимся, кабинка очень узкая. Она говорит: да что же это такое, ну посмотри на меня, я женщина, 18 лет в разводе. Как ты думаешь, чего я жду, а? Я говорю: пенсию. Она так со стола из вазочки: хватит клубничку и давай эту бедную клубничку. Мурыжик. Я так смотрю на нее, думаю: видать, голодная. Надо пойти как нет и спрятать, а то все сожрет. Она меня так за шею схватила и шепчет: укуси, укуси, укуси меня. Я говорю, так вы это вон Бульку попросите? Она хорошо кусает. Она говорит: да что же это такое? Ну давай уже с тобой займемся чем-нибудь неприличным. Я говорю: отлично.
давайте с балкона плюваться. Она так идет на меня и говорит: ну раздень меня. Я смотрю на нее, думаю, вот тунеядка. Ну я же в три годика уже сам раздевался. Гольфики, шортики, на стульчик-то он вешал, это и он 40 лет, кобыла ленивая. Сама, говорю, раздевайся, ишь, какая барыня. Она говорит, поняла. На стол запрыгнула, магнитофон врубила. И давай, под музыку с тебя одежу снимать и по углам раскидывать. Я смотрю на это, думаю, это ж какая из нее хозяйка выйдет? Если она трусы на люстру зафинделила. Она со стола спрыгнула, идет так на меня, дышит, губы облизывает так. Я думаю, господи, видать, у нее астма, эпилепсия. И тут Булька исполнила ее мечту насчет укусить. Прям за то место, которым она на столе виняла. Она как закричит: придурок, так ты и не понял, зачем мне пришла. Но оставайся здесь со своей Булькой. И убежала. Ну так это женщины, я чё к вам сюда сегодня приперся? Ну вот, может быть, есть в этом зале одна женщина незамужняя, добрая, которая захочет со мной сегодня ночью в танчики поиграть.